перед тем, как мы будем читать вместе с вами Слово Божье и будем потом молиться, хотелось бы поучаствовать в служении пением. Псалом, который я раньше очень часто пел, и Бог мне напомнил еще раз этот псалом. Этот псалом называется «Старый крест», но я его назвал по-другому. Я назвал этот псалом «Мой Господь». Почему я его так назвал, вы поймете, когда я буду этот псалом петь. В этом псалме есть объяснение этому названию. Пусть Господь нам еще раз через этот псалом напомнит о том, что благодатью мы спасены, сие не от нас, через веру. И в Иисусе Христе мы созданы, как новое творение, на добрые дела, которые Бог предназначил нам совершать. И все это благодаря тому, о ком мы сегодня поем, кого мы сегодня прославляем и кто достоин сегодня славы. На далеком холме среди деревьев искал сквозь седые века старый крест простоял. Миллионы людей у подножья креста свое счастье нашли. Там однажды был я. Мой Господь, мой Господь, Спаситель, и лишь в Нем сила есть сегодня, может Он исцелять разбитые, больные сердца каждого пришедшего ввести в небеса. Между небом святым и греховной землей пропасть злая лежит, разделяя собой. Хочешь — верь, хочешь — нет, слушай слово Творца. Христос есть путь от земли в небеса. Мой Господь, Спаситель, лишь в Нем сила есть сегодня, может Он исцелять разбитые, больные сердца каждого пришедшего ввести в небеса. О Иисус дорогой, у подножья креста, на далеком холме я увидел тебя. На пронзенных руках не застывшая кровь, а в прекрасных глазах Божья к людям любовь. Мой Господь, мой Господь, Спаситель, и лишь в Нем сила есть сегодня, может Он исцелять разбитые, больные сердца каждого пришедшего ввести в небеса. Мой Господь, Спаситель, и лишь в Нем сила есть сегодня, может Он исцелять разбитые,
больные сердца каждого пришедшего ввести в небеса. Слава Господу! Господь говорит: ныне, доколе слышите голос Духа Святого, не ожесточите сердец ваших. Пока дает Господь мгновение жизни, пусть Господь благословит идти к Нему, к Спасителю, потому что Он силен сегодня исцелять разбитые сердца. Слава Господу!